Офигеть, просто в десятером не могут попасть. Жуть. Натуральная жуть. Как так играть? Леопарды нормально. Леопардам все отлично. Они с одного выстрела все зарубут вообще. Бум. Попал, уничтожил. А мои пока еще да. Че вы вплотную-то едете? Вы совсем что ли не мы? Алканавты. Как это понимать? Чего вы не стреляете? Вы что не стреляете, эй? Че такое-то? Нет, это прикол такой, что ли? Ребят, да вы вообще наркоманы. Прекрасно, прекрасно. Вообще, поехали. Туристическая, блин, путевка. В ад. Чё они творят? Вот чё они творят? Неэффективно. А, у меня броню танки не могут пробить. Понятно. Мои танки физически не могут пробить броню. Понимаете, о чем я? Я вот понимаю. Это даже не смешно. Неэффективно. Отлично. У меня калибра больше даже не существует на моих советских танках. Как понимать, неэффективно? Я не знаю. Надо же как-то с милости, с, что ли, или как это называется, что-нибудь сделать так, чтобы я хоть малейший шанс на победу имел. Ты куда-то все едешь, а? Стоит уже на месте. А что тогда эффективно? Что стрелять? А, там ничего не эффективно, понятно. Там что хочешь будет неэффективно. Да, жуть. А есть вообще что-нибудь у меня? Хоть что-нибудь эффективное? Нужно проверить мостовой вид. 2500, 4500. Мне нужно набрать 2500, еще 2000, при условии того, что я вообще ничего не буду терять. Сами понимаете, что это условие невыполнимо. И это еще при том, что 13,5 минут остается. Так. Сколько я понимаю, там некоторые думают, что в городе еще кто-то есть. Продолжает обстрел. Могу зарядиться, в принципе, пока что. Если бы они не перли бы, извините за выражение, и дали бы мне действовать спокойно вертолетами, я бы мог бы, наверное, набрать бы. Но за такое время, за 13 минут, не знаю. Но если бы оно было неограниченным, то я бы набрал. Я бы перегнал бы по очкам, сами понимаете. Там выцеливать какие-нибудь арту или штабы, или тому подобное, там по 200 за каждого. По 250. Поэтому так-то я смог бы. Но они, видите, сами прутся. И просто так не дадут ничего сделать. Один леопард снесли, кажись. Быстрее с ними расправляться. Пока они там не перегруппировались и не поперлись в эту сторону. Ой, жалко, птуры летят вообще не туда. Что-то там у них рвется, конечно. Но птуры они вообще не туда посылают. Ну давай хоть последний птур, который остался. Давай, давай прям в цель. Сейчас будут садиться и перезаряжаться. У них уже ничего нету. Или они каждый раз садятся. Блин, вот так вот можно. Вот так вот можно сработать. Вот именно так вот. Будем рассчитывать на слабость интеллекта.
Давай, давай, ну давай, ну птуры, ну куда вы посылаете птуры-то свои? Даже не смешно. Уничтожьте что-нибудь. Давайте, ребят, ну... Почти 3000, еще 1500 и нормально будет. 11 минут остается. Главное, чтобы эти не поперлись сюда. Пускай стоят, тупят. Не надо ничего никуда. Заметили, а? Ну давай, ну давай, ну птуры, ну... Сохранимся сейчас, погодите. Раз уж так. Не, птуры это какой-то кошмар. Чё они творят с этими птурсами? Ой, это жесть. Просто расточительное использование. В никуда, абсолютно. В никуда. Если бы они всеми, там, хотя бы половина этих птуров, которые они запустили, попали бы, они бы уже там все снесли бы. И на 4000 бы уже вышли. 100%. Леопарды покоцаны, но они отступают. Вот в чем проблема. Они просто отступают. Вот что-то уничтожили. Сейчас сюда мардеры. Мардеры сюда подойдут. Их можно будет немножко выцепить. В общей этой массе. Ну давай, давай. Птуры, 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 птуры. Есть. И мардеры, мардеры, мардеры. Давайте, мардеры, мардеры, мардеры. Выцеливайте, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, не зря сохранился, знаете. Не зря сохранился. Да что ж вы такие тупые-то, а? Ну, наземные войска еще были тупые. Точнее, косоглазые, я бы сказал. Надо подзарядить основательно, чтобы они не садились каждый раз и не сбивали прицел. Так, а где у меня... А, у меня гиацинт-то сдох. Проблем. It's a problem time. Главное, чтобы сейчас отсюда откуда-нибудь не зашли. 3000, 1500 еще надо набрать. 1300 за 9 минут. Это при том, что у меня нет никаких припасов, а эмиксы прутся. Превосходно. Где тут эти Леопольды? Так, город еще продолжает обстреливать, либо... Я надеюсь, город обстреливает все-таки, или... Или... Так, вертолеты. Все, а это каюк. Вот это уже каюк. Давай, стрела, не подведи! Хоть ты меня порадуй. Припасов нету. Ни черта, надо было отступать. Да. Это даже не смешно. Ну как так? Ну как так? Где-то еще базы могут располагаться.
Вы по кому долбите, олени? Паттоны припёр. В атаку, короче. Ну вот, у них уже 4800. Все у них прекрасно. Мне базу найти. Что-то эти особо не летят. Ребят, вы хоть приказов моих слушаетесь? Напоследок-то хотя бы. Перед смертью можно послушаться приказов? Когда уже у вас нету вообще никакого шанса выжить. Ни малейшего абсолютно. Да жесть просто. Счет Т-62. Бум. Бум. Паттон. Вот там по-любому, да, там есть база снабжения, но... Но мне туда дорога закрыта, сами понимаете. Все, у меня из войск осталось только в запасе. Зенитка. У меня аж слюни брызнули просто при том, когда я это увидел. Че тут делать? Замечательно. У них уже 5-100. У меня 4-100. 5-100-400. За 5 минут мне нужно 1000 набрать в ноль. Да что ж вы не летаете-то, а? Они ни черта не делают для того, чтобы меня порадовать напоследок. Так, Михаил... А, Михаил захватил, понятно. То есть не надо было дать. А, о! Идея. Идея нагадить. Это там, скорее всего, стоит зенит какая-нибудь или мардеры, которая по мне будет долбить по-страшному. Тем не менее, можно попробовать. Здесь у нас Юпитер, кстати. Кстати. Снабжение. Сейчас немножко раздобудем. Ну, конечно, тут... Тут у нас проблемы, Хьюстон. Роланды стоят. Ни черта не сделаешь, блин. Ну, даже по Роландам не могут. Это нормально. Вот что это такое? Как это понимать? Ну да, они чинятся, но... Что с вами не так? Господи, это какой-то кошмар. Валить надо прямо всеми вот туда. На эту точку, Михаил. Поле чудес. М, Михаил, вы банкрот, отлично. Валим. Валим. Где тут точка, Михаил? Сюда валим. Это наше небо. А леопарды сюда поперлись за мной прям. Это как понимать? С чего это они вдруг решили за мной попереться? Офигеть, они просто всем скопом поперлись. Жуть какая, а? Сейчас они меня догонят. Сейчас они меня побьют.